Не игра, а работа. По новым правилам суть реформы местного самоуправления разъяснили главам муниципальных образований на специальном двухдневном семинаре. В качестве спикера выступил эксперт из Москвы. Где в регионе больше не будут выбирать главу города и как общественные советы помогут сделать власть ближе к народу? Дарья Болгова разбиралась в законодательных тонкостях. Второй день семинара собрал рекордное количество участников. Более 500 человек. На интересующие вопросы они получают ответ от специалиста из Москвы. Для глав районов и поселений области такой курс проводят впервые. Очень доступно, очень качественно. И, в общем, теоретическая сторона объясняется. Мы меньше будем делать ошибок в своих действиях. Будем учиться теперь чаще. А то вот таких занятий, на самом деле, раньше не было. Не был с нами. Ну, в общем-то, как сказать, жизнь нас учила. А теперь, в принципе, и теория, и с практикой связаны. Вопросы самые актуальные – жилищный, коммунальный и земельный кодексы. Там грядут большие перемены. С 1 марта 2015 года выставлять на продажу земли муниципалитеты будут по запросу желающих купить. Но главная тема – реформа местного самоуправления, которая призвана сделать власть ближе к населению. Такая схема уже работает в Отрадном, Октябрьске, Сызрани, Кинеле и Жигулевске. И эту систему теперь вводят в Самаре. Соответствующий законопроект одобрили областные депутаты накануне. И вот это приближение муниципальной власти к человеку, это как раз то, что реализует главный лозунг губернатора «слышать и слушать». Это самое важное, то, что реформа направлена на то, чтобы люди были ближе к власти, а власть слышала и делала то, что ей положено делать. Новая система предполагает отмену прямых выборов мэра. Вместо него глава администрации, которую избирает специальная комиссия. Кроме того, каждый район городского округа будет сам формировать власть, а впоследствии и спрашивать с нее. А народные избранники смогут реализовать пожелания жителей своего округа уже на уровне высшей городской власти. Дарья Болгова, Вячеслав Потоцкий, новости губернии.